Дети – цветы жизни и огромная радость. Однако некоторые семьи, в том числе неполные, с началом учебного года начинают испытывать трудности. Согласно статистике, в нашем регионе отцы часто отказываются платить алименты. И порой их долги переваливают за миллионы. Так, по данным областной прокуратуры, задолженность двух алименщиков из Варгашинского района превысила 2 миллиона рублей. Они до последнего не хотели заботиться о своих детях. Теперь их ждет лишение свободы. Пока на 3 и 4 месяца. Видимо, некоторым зауральским отцам проще сесть в тюрьму, чем помочь своему ребенку.